У нас сегодня экскурсия на вулкан, и мы сейчас попали в эту часть на Осенке. На вулкан можно спуститься к старому порту на ослах, а можно спуститься пешком. На ослах стоит 6 евро, а пешком стоит бесплатно. Мы решили пойти пешком, потому что это дешевле и больше всего можно увидеть, и спускаться легче, чем подниматься. Сегодня будет обзор вулкана, и потому что мы экономные. Сегодня будет обзор вулкана, который находится на вот этом острове. Вулкан называется Санторини. Находится он на острове Тира. Это архипелаг из большого количества островов. Сегодня у нас будет обзор с вулкана с этого острова. Обзор будет классный, на канале еще много обзоров с Греции. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. В порт, старый порт, можно или спуститься, или подняться с него на таких фуникулерах. Это тоже стоит, как и осел, 6 евро. Они движутся достаточно быстро, но нам интересно пройтись по этим шикарным ступенькам. Да, Оля? Оля говорит да, поэтому мы сейчас пойдем по ступенькам и будем смотреть все красоты Тира. Вверх, кстати, прикольно на нас не подняться. А вниз, наверное, можно подняться на собаках. На вот этой маленькой, если ты маленький китаец. Мы дошли до ослостоянки. Штук 40 ослов, запах прикольный. В общем, все прикольно. Ослы его распушивают, этот свой запах. Нам не очень нравится. Сейчас его быстренько пройдем и будем искать нашу лодку. Так выглядит старый порт. Отсюда будет наша лодочка на вулкан. Плыть, судя по расстоянию, вообще недалеко. Ждем, будет через 15 минут. Много народа, много китайцев. Оля тоже. У нее сегодня день рождения. Нас встречают сразу такие каменные образования интересные. Просто навалена какая-то груда камней огромная, как будто их экскаватором сюда привезли. Есть экскурсовод, который координирует группу, но в принципе она говорит только сколько, во сколько времени вернуться. Дальше группа идет сама, но, наверное, здесь особо заблудиться невозможно. Поэтому мы тоже едем сами. Ну, мы пришли, наверное, к тому месту, которое называется кратером этого вулкана. Оно интересное. Много камней внизу и травы. Потоков лавы не видно. Ну, в принципе, очень прикольно выглядит. Мы уже не первый раз попадаем на вулкан. И были уже на вулкане в Китае, но... И тот и этот вулкан немножко другие, чем складывается впечатление. Здесь просто какой-то холм, валяются камни, углубления и все заросшее травой. Нету никакого там озера и еще чего-нибудь в глубине, просто камни.
Гид сказал, что это какая-то первая точка, а дальше еще есть вторая и третья. Пойдем смотреть вторую и третью точку извержений. Мы обнаружили красивое место, но решили в него зайти после того, как спустимся сверху. Пока что трава, куча камней и какие-то растения интересные между камушками растут. Наверху, наверное, будет огромное жерло, надеюсь. Очень интересные лунные ландшафты. Я думаю, если когда-нибудь люди попадут на Марс, будет выглядеть приблизительно так же, только не будет, наверное, зелени и воды. А в целом будет все такое. Это очень красиво. На это стоит посмотреть. Мы оторвались от гида и не знаем, что это. Но, скорее всего, это второй кратер. Выглядит как кратер. Кто-то не поленился, смотри, пирамиду собрал с камней. Впереди гавань, к которой мы, наверное, идем, красивая, среди черных камней. Это самая вершина вулкана Санторини. Здесь вот есть такая штука, которая что-то символизирует. И здесь классно, но только очень сильный ветер. Люди фотографируются, фотки получаются красивые. На острове впереди термальные источники с высокой температурой воды. Сейчас поедем туда.
Это самый большой кратер вулкана Санторини. Но глубина метров может 60, может чуть меньше. Выглядит тоже классно, как и предыдущий. И вообще здесь все это какой-то один большой кратер. И есть такие вот вещи, которые работают на солнечных батареях. Не знаю для чего, может какие-то маяки. Тоже выглядят прикольно. Не знаю, видно на камере или нет, дым идет от камней, или они очень высоко, очень сильно нагреты, или там что-то пыль, ну вряд ли пыль. Дым идет, это выглядит прикольно. Очень сильный запах серы идет от этих камней. Мы купили билеты сюда за 20 евро с человека, но когда нам продавали билеты, нам не сказали, что нужно еще 2,5 евро с человека, чтобы зайти на остров. Корабль привозит на остров, и с вас принимающая сторона еще просит 2,5 евро. К этому надо быть готовым, поэтому берите деньги, чтобы были с собой. Купить на острове нечего, но чтобы войти, нужно 2,5 евро отдать. Ветер просто сдувает, сумасшедший. Это капец какой-то. Берите с собой платки или какие-то головные уборы, иначе, если вы приедете на этот вулкан, как мы в апреле, можно здесь замерзнуть. Причем непосредственно там, где домики, там, где тира, в тире, ну, тепло, ходишь, солнышко светит, и очень тепло, она защищена от ветра. А вулкан Санторини, он... Это огромный сплошной один ветер, очень красивый, огромный ветер. Одевайте куртки, берите платки, бейсболки. Такой обзор вулкана на Санторини у нас сегодня получился. Здесь красиво. Обязательно, если будете в тире, приезжайте сюда. Стоит всего 20 евро. Много камней, травы, вода, лодочки, безумный ветер. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр.